уважаемые зрители, гости Ивангорода, позвольте мне от себя лично, от имени администрации Ивангорода поприветствовать вас на гостеприимной Ивангородской земле. Приятно, что в Ивангороде традиции живут уже много-много лет. Действительно, много спортсменов вышли из Ивангородской спортивной школы, из физкультурно-оздоровительного комплекса «Большой спорт» и представляет наш город на площадках всероссийских и международных. Сегодня мне хочется пожелать в первую очередь всем спортсменкам спортивных успехов, чтобы вы продолжали радовать своих тренеров, родителей, близких своими яркими выступлениями и победами. Но, безусловно, я уверен, что в Ивангороде спорт не только будет жить, но будет развиваться, что как можно больше мальчишек и девчонок будут приходить в разные секции и заниматься физкультурой и спортом. Ну а сегодня, пользуясь случаем, я бы хотел от себя лично, от администрации Ивангорода, вручить благодарственное письмо письменному лидеру художественной гимнастики в Ивангороде, тренеру-преподавателю отделения художественной гимнастики детско-юношеской спортивной школы Юлии Валентиновне Розыченковой, которая много лет организовывает этот замечательный турнир, приглашает спортсменок не только из Ленинградской области, но и других регионов нашей большой великой страны. И, безусловно, огромная ее личная заслуга, что художественная гимнастика живет, процветает и радует нас своими победами. Награждается грамотой Розыченковой Юлия Валентиновна за многолетнюю плодотворную работу по развитию художественной гимнастики в городе Ивангород и Кингисеппском районе и в связи с присвоением ей спортивный судья всесоюзной категории. Награждается грамотой и кубком. И, конечно, не могу не сказать, вы у нас забрали нашего лучшего руководителя. Нам его безумно будет не хватать, но мы рады, что он окунулся в эту ивангородскую землю, он остался на Кингисеппской земле, и все равно Александр Владимирович наш теперь общий. Удачи!